На Бобруйской Громаше сегодня день открытых дверей. В гостях дети сотрудников предприятия. Почти 400 человек. Настоящий праздник. Для начала вручают подарки многодетным семьям и награждают участников конкурса рисунков. Перед посещением цехов напоминание о правилах безопасности. Теперь можно на экскурсию. Поделены на группы, у каждой свой куратор. Обязательный аксессуар – каски. Для чего этот праздник? Для того, чтобы показать детям, какие молодцы их родители, что работают на предприятии Бобруйской Громаш, создают замечательную технику, для того, чтобы они могли ими гордиться, брать пример. И чтобы мы могли в будущем увидеть их здесь сотрудниками Бобруйской Громаши. Следующая остановка – местный стадион. Здесь выступления кинологов, полевая кухня, ростовые куклы, конкурсы и мыльные пузыри. Такой вот подарок детям и их родителям в преддверии нового учебного года. Плюс ребята узнали, чем же целый день занимаются взрослые. Ты раньше когда-нибудь задумывалась, чем родители занимаются на работе? Ну, не было такого. А сейчас, ну, когда увидела, даже как-то вот интересно пройтись, прогуляться. Как тебе папина работа? Интересная, кажется? Да. Вообще понимаешь, чем папа занимается? Да. И чем? Папа сварщик, он режет детали для новых машин. Думаешь, это полезная работа? Да. Как думаете, хорошо, что такие праздники проводят? Да, детям интересно, конечно. Моего не споймать. В центре доп. Образования тоже звучит музыка и детский смех. В школу с Белой Русью – это название акции. Будущих первоклашек поздравляют с вступлением в новый этап их жизни. На импровизированной линейке 40 ребят – дети членов организации Ленинского района. В подарок – обложки, ручки и карандаши, альбомы для рисования и даже витаминки. Эмоции, да, только добро, только радость, только счастье. То, чтобы дети дружили, были счастливы, ну, поэтому даже погода сегодня дождливая с утра была, а сейчас солнце и радость. На этом Белая Русь не останавливается. Дальше еще больше подарков. Взрослые отправятся в детские сады. Миссия благородная – подготовить маленьких белорусов к новому учебному году. Карина Гуревич и Максим Галеонко, Бобруйск, 360.